Так, Костон, Вот смотри, у разобрал. меня будет еще один ДК, маг, шаман, Смотри, сейчас ШП. нужен будет хил, а там мы будем как его заменять. Будет косячить, будет нахуй на замену. Мюррей, это кто? ДЦ? ШП, ШП. ШП. ШП пока что на замену. Шансунг, давай заходи. А Павлова зайдет сегодня? Зашла. Лайф и Павло. Так, молодой, неопытный, это кто? Слаша? Да. Приветствую всех. Здорово. Привет. Давай, добавляй, там сейчас подберем, если ничего, некоторые на замене посидят. То есть будем какого, если что, менять сразу. Ребята, учитывайте все. То есть не будете соблюдать тактику, будете не выполнять функцию на 100% своего персонажа, будете идти на замену. Предупреждение я вам дал. Холипал есть. Дай бог здоровья вам. Павлова это кто? ДЦ. Отлично. Сейчас пока что у нас заряжено. Так. У меня все заряжены. Да я по рейду говорю. Так, что у нас? Раз, два. Еще рестер, шаман, пока, маг. Пока и... восьмую группу, чтобы у нас по хилам не было. Еще рестер, шаман, короче, и маг. Угу. Ну, давай, сейчас суммоним, который с первой по пятую группу, там посмотрим. Если кто-то будет косячить, соответственно, этот... на замену будем пускать. Лингоните дискорд. Я он вам в скинул наш в дискорд, в общалку. нашем дискорде, в общей группе ссылка. Там Да, просто OK ссылочку я нажимаешь. закинул, просто они пусть заходят, я их перетащу сюда, чтобы нам никто не мешал. Слышь, я, короче, с Илюжиным ходил. Я так понял, короче, что в этом на вот этом пепле, да, Тоха? Самое главное трэш дали. Это не беспокойся, тактику, если что, я объясню. Как бы. Насчет этого не волнуйся. Так, по бафам, давай. Я кулачки А почему мне разбафал. твои колы? Шреддер, будешь бафать каски, Маликет будешь бафать МП5. Так, у нас будет сейчас 3 ДК танки, остальные... А у пожилого какой ДК? Пожилой ДД спек. ДД и там. ДД спек какой? Просто. Так. Тём, смотри сам, но вот я бы Корстена, допустим, или Бокруса на замену отправил, а Мюррея в инс бы завел, потому что это Кого? РДДшник, а у нас РДДшников овермало в отношении с Мюрреем. ЛРА и так в районе. Не-не, ЛРА Всем в здрасте. Флофи, привет. Так. Бокрус. Мюррей, Флофи, пока что, если вы в Дисе, пока что вы на заменке. Если у нас будет кто-то тупить, соответственно, с замены сразу за самоним гос. По этот, ребят, по боешкам и воронкам, соответственно, сролили, оставляйте себе. Это я для всех говорю. Потому что идут две гильдии, конечно, если желательно наши, если вы сролите, отдаете ее в ГБ. Не отдаете, так что это, оставляйте у себя. Пан пришел. Также на замену. Так, все засуманились? Диси там перекинули вроде, 24 человека. Юрий, выйди с инста, пожалуйста. Мирой, пока что с инста, посиди-ка пока на заменке. Сейчас посмотрим. Не будет проходить кто-то по ДПС сразу на замену. Что, ребята, идем сейчас на фул. Мюррей. Мюррей, возможно. С этим скельтасом тоже, да? Да. Будем пробовать всех. Ну, скорее всего, не дискорд. А вы убивали уже? Нет, не нет. Мы здесь убивали только двух боссов. Мы просто тоже не шарим, что на кельта сидел, так что... Тактику я знаю, Ой, соответственно... Я шарю, что делать. Так, возгласы, пожалуйста. Громкие. Убавляем.
Тактику я вам объясню. Мюррей Синстар, выйди. Можно я объясню, Мидвей, пожалуйста? Нет. Алис, помолчи, пожалуйста. Ну и все. Алис, вводят какие-то споры, либо что-то еще, не обижайся, но я сам кину тебе мут. Вы сами меня провоцируете постоянно, а потом меня виноват. Никто тебя, блядь, не провоцирует. Так, закрыли тему. У нас нет совы, нету элемы. Это отвратительно. Чувствуешь? Так. А Киоки это кто был? Вдруг. Дру, да? Совы я не вижу, лопососа. Скорее всего, он работает. Так. Все остальные где? Здесь? Вот. Дай-ка, все проверим. Тут, все 25 человек тут. Все отлично, фулбаф дали. Извините, пока... пожалуйста, а как сделать окно хилбота поменьше? Или... Пока что микстурка и винар в танках к пожилым ДК Корстон в этот в ДДшников спекайтесь. Можешь сделать масштаб интерфейса меньше. Я тебе скажу, как сделать поменьше. Заходишь в хилбот, нажимаешь шкурки, заголовки. Высота, ширина... А, нет, стоит, наверное, не то. Блин. Чек на АФК. Это, сейчас найду. Я тут, что я в хилботе сижу. Турбо тут, Корстон. Во, нашел, как тебе уменьшить хилбот. В шкурке, в полосы, и вот там, заходишь? Трэш, агрим, танки. Я столько пошел. Зашла? Да, да, да. Давай, и вот там ну, высота и ширина, их ставь на минимум. На пол вторый дали. Строй, ширина. Кто умер, тот заходит в этот вынос. Ой, что там мало слышно. Давай оперативней танчи. Этим надо было делать заранее, все свои хилботы. По черепу играем. А звезда чё там дальше? Ой, блядь. Третий раз тут. Ой, это танки? Алиса, ты сейчас в Владе или в Ванхолике? На Ванхолике. Настакивай три трупа, настакивай три этих и только бахай взрывом. После трех. Так, бой висит, где-то мапа. По звездочету играйте. Ай, звезду на первого. Четвертый смертный. Еще и сука СПС просаживается. Так, звездный прорицатель, значит, блядь, не звездочет. По звездному прорицателю в приоритете он ломка берет. Вот, пошел ролл. Thank you.
крепости, то прямо с ним было вешаться. К крепости больше шанс. Мне просто, блин, ЗС вообще надо сюда ходить, ходить. Меня тут подбивали недавно с собой. Ну, алло, ГЦшечка. По звездочетам. Ну что, с боя порола? Да. Черепу сыграли. Да, выход такая штука. Так отбежать. Дайте дис человеку, врайт. Чистите трэш, сейчас дам. Перекиньте, пожалуйста, Павлу. Да, сейчас. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Отведите их рунжу от РДД хилов. Или РДДшники от этот отбегите. На часа удает. Слишком далеко. Стим, кто-то спафил. Оперативника черепу влились.
один хил налево, ой, наверх уйдите, как его, подхильте Винар, иначе сдохнет. Переходи. Череп играем. Феникса загрели. Ну да, молодцы. Кто Феникса загрели? Давайте выйдем, выходим. Вышли, 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 вышли. Обратно уходим. Не знаю. Ребят, аккуратно. Феникс агрится. На ура. Если будете в этом бранже. Да, и выйдет, а проще, наверное, сдохнуть. А чё сдохнет? Феникс загрелся. Не заходите пока в инст. Сейчас-то выйдем. Так, пятая смерть, походу, починка, нахуй, не знаю. Так, эти улетели, зашли. Аккуратненько, ребят. Сейчас добежим, там бафнемся. Ничего. Сейчас дам. Вверх только не поднимайтесь, снизу стоим. Стоим, джипса дал. Чинимся. Вой, а ты рыбу покупал в ГБ или нет? Нет. Из наших есть у кого рыбы, нет? У меня есть. Сейчас много? 13 стаков. Тебе дать? Да, дай. Не стаков, а это, в смысле, штук. Сейчас не ставь на. На 8, на 8, на. Давай сейчас приведу. И да, приводи сюда, короче, турбо дай стол. Наберите штруделей. Идем играть на черепу. Отпились. Достаю слишком далеко. Слишком далеко. Ломаюсь. Не достаю слишком далеко. Сколько мы? Два? Два зачистили, да? Угу. Нужно подойти. На стопках что бежишь? Осталось. Вот, на. Тебя шхилить никто не будет. Пошли, 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 пошли. Не достаю слишком далеко. Ну так к стенке поворачивай. Поворачивай, поворачивай, берегут. Смотрите, летит сзади, добивайте того.
Один танк перехватить, одно, Фениксу. Сзади подлетает. Стенку води. Води от рейда вообще. Да, отложим. Это удалили. Заебали еще, можно уже еще. Раз. Войд, пробеги пока по кругу. Есть там еще или нет? Где это последний? Так, прыгайте вниз. Пробежал? Угу. Есть еще? Нет. Так, Корстон у нас танки, да, Винара и Микстурка. Давай, ВДД, спекайся. Мне нужна... Сейчас объясню тактику по Шурику. Микстурка лучше ВДД, у него анхолик очень сильно по ЧП. А у меня не анхолик? Ну, Микстурка больше даст, чем... Я сказал, кому в танке. Я в ДД не могу спекнуться. У меня спека нет. Да, пусть лучше в 5 будет. Не надо рисковать. Так, дальше. Соответственно, по танкам. Дим, ты снизу будешь. Винар, наверх. Корстон сюда ко мне тоже. Звезде. Ну, я пойду наверх после баф. Корстон, иди сюда. Если тут не было, тактику объясню, потом бахнусь. О, видишь, где звезда прыгает наверху? Подойди, пожалуйста. Он здесь вообще? Кто? Корстон. Здесь? Нет? Он в Дискорде, нет? А какой у него дельный же? Да, дельный. Кинуть еще Дискорд? Сейчас. Я кинул в рейчат. Соответственно, по танкам я объясню далее. Для РДДшников. Ваша задача. Вы стоите с хилами снизу. Милишники будут наверху. Далее. Босс, у босса две фазы. Соответственно, первая фаза, он будет летать с платформы. Если с платформы на платформу, если вы видите крест, трусы, ромбик, сейчас еще в одну воткну, будет квадрат. Соответственно, дальше, как его? Сначала босс будет в кресте. Соответственно, бьем все крест. Босс, когда будет перелетать, там будет хватать его второй танк. Как босс будет перелетать, с него будет маленький Феникс. Соответственно, один танк, это Микстурка, тащит Феникса вниз, РДДшники. Вы, у вас приоритет лица по мобам. Соответственно, что вы должны делать? Как его? Влились в моба, играете дальше по этому, как его, по боссу. Далее. Соответственно, к этому маленькому Фениксу вы не подходите. Потому что он бьет очень сильно, ну как очень сильно, 12к дамага АОЕ, когда умирает, взрывается. Плюс откидывает в ебеня. Надеюсь, понятно. Дальше. Соответственно, все то же самое делаем для милишников. Ну, для РД я объяснил, то есть убили маленького Феникса, бьете босса. Ничего сложного. И главное, к маленькому Фениксу не подходим. Далее, для милишников. Если милишники здесь, соответственно, мы играем сверху. Все.
То есть убили, бьем здесь этого феникса. Феникс прилетает, бежим, бьем на другой платформе, соответственно. Далее, когда он пройдет круг, он будет взлетать на центр комнаты и ауешить. Кто будет наверху платформы, соответственно, того шотнет. Дальше, что надо сделать? Если успеваете, вы забегаете вот сюда на лестницу, примерно, что на этой стороне, что на другой стороне. То есть, если вы так забежите, чтобы его сразу бить, чтобы время не терять, то вас не шотнет. Или просто прыгайте вниз, потом будете бежать до босса. Здесь понятно. На первой фазе у босса нету берсы. Далее. Так. Корстон здесь? Да, здесь. Смотри, иди сюда к звезде. Ты тут был? Не был. Иди к звезде. Соответственно, ты будешь танчить Севинар. Винар начнет, ты будешь подхватывать. То есть Севинар будет, как его... стоять здесь, кресте, то есть она загрит босса. Твоя задача, ты стоишь в трусах, куришь бамбук, пока босс не перелетит с платформы на платформу. То есть он будет с креста на трусы, с трусы на ромбика, с ромбика на квадрат. Соответственно, когда он сюда перелетает, ты сразу его переагриваешь и стоишь, танчишь вот так вот, чтобы тебя хилы смогли снизу подхилить. Соответственно, танчишь не лицом к рейду, потому что он вроде дышит, не помню. Далее, соответственно, когда он будет с трусов перелетать в ромбике уже будет стоять Ивинар. То есть тебе твоя задача. Ты, когда босс перелетает, ты уже бежишь к квадрату. Понял? Угу. Далее, соответственно, босс, когда пролетит круг, он или перепрыгнет с квадрата на крест, не знаю, забагается, не забагается, поправили, не поправили, или полетит сразу на центр комнаты вверх. Ты должен будешь спрыгнуть или вниз, то есть сверху, вот с балкончиков. Потому что босс, когда влетает в центр комнаты, он его ешет по тем всем, кто наверху стоит. Это шот. Но танка может не шотнуть, но все равно неприятно. Соответственно, далее. Когда он взлетает на центр, то есть мы все прыгнули вниз, твоя задача будет, то есть подбежать вот сюда. То есть прыгай вниз, подбежать вот сюда, смотри. Ну, ты будешь на квадрате, соответственно, подбежишь к квадрату. И будешь стоять вот так вот. Потому что здесь тебя не шотнет. Далее, соответственно, когда он опускается, он может или в квадрат полететь, или в крест. То есть стоишь, караулишь его здесь. Если он полетит в крест, его хватает Ивинар, который будет стоять со стороны входа, где крест стоит. Если здесь, соответственно, будешь стоять его, ну, загришь босса, будешь танчить его тут. Далее. Соответственно, все по новой. Если он здесь в квадрате, да, когда его добьют, он полетит в крест, ты побежишь в трусы. То есть вам надо будет меняться. Далее, вторая фаза. Босса, когда мы сольем босса, он умрет и возродится вот здесь в центре. Это начинается вторая фаза, соответственно, нам дается на убийство босса 10 минут. Далее. Так. Ивинар будет танчить босса вот здесь. Это для всех РДД хилов, соответственно. Все на второй фазе играем снизу. Ивинар будет танчить здесь. Дальше. Ваша задача какая будет, Корстен, с микстуркой? Вам надо будет завести... будет появляться, во-первых, два феникса маленьких. Да, блядь, неправильно объяснил. Вторая фаза начинается, босса ставят так, все бьют босса. Босс будет превращаться в метеорит и взлетать на центр комнаты, соответственно. Далее, поднимаем камеру вверх, смотрим, набираем, во-первых, рейнджу. Потому что когда он взлетает вверх, превращается в метеорит, он падает на рандомную цель. Во-первых, если... появляется в том месте, где он упал, появляется лужа. Если вы быстро не отбежите с того места, он, по вам нанесется дымаг и откинет в ебеня. Далее, соответственно, когда он приземлился после метеорита, перед путем его движения, то есть, соответственно, где он приземлился, и до МТ, до Ивинар, не должно перед лицом его никого быть, потому что иначе это шот. Дальше. Соответственно, когда он приземлился, появляются два феникса, Корстон и Микстурка. Вы хватаете этих двух этих,
фениксов затаскиваете под босса. Все играют по фениксам. Когда у них остается где-то 30% хп, фениксов микстурка будет отводить от босса к стенке. Вот сюда. Сейчас меточку поставлю. Черепу. Соответственно, в него доливать будут чисто РДДшники. Чтобы милишников не откидывало вебеня и не наносилось дохуя дамага. Соответственно, фениксов надо слить не тогда, когда босс, находится в метеорите. Соответственно, не превращается в метеорит и на этом не завис вверху комнаты. Только когда босс активен. Соответственно, если вы сливаете феникс, у него, маленьких фениксов, у него отбирается хп. У самого босса. Здесь понятно. Соответственно, для РДДшников ваша на второй фазе приоритет — это маленькие фениксы, вы лупите чисто по ним. Далее, милишники. Вы как подвели феникса, вы играете в фениксов, соответственно, Потом переключаетесь в босса, когда их отводят. И еще один прикол, будет появляться такая огненная лужа. Босс будет кидать огненную лужу, примерно как венец пламени в каре. Обычки или в каре гер. С нее надо выбежать, иначе босс будет настакивать на вас увеличение дамага от огня и, соответственно, наноситься вам дамаг. По тактике я вам все объяснил. Ебать нахуй, босс, пиздец. Босса нахуй три фазы, ой, две фазы нахуй, а ты объяснял, как будто, блядь, на 10 минут больше, чем босса. Я объяснил, чтобы люди потом, на все фазы, все нюансы босса. По нашим, соответственно, хилам этим, далее звезде обмен, выдам сразу фласки припоты. Давайте оперативней только. Времени уже для часа стоим. Пока собирались, хуялись и тому подобное. Ты мог уже сказать, мы бы за это время раздали миллион. Ну, могли бы сообразить. Что, я не хочу тебя перебивать? Давайте оперативней. У вас буквально... Всего атаки раздам. Ну, раздавай. Танки, фласки. На стаминку не раздает? На танков, фласки я могу это дать, соответственно, набирание агро. Тебе здесь должны все прохилить и А тут зачем набирание агро? Я даю фласки на танка так же, как и на ДД. То есть смысла от ХП тут нету и от сапротов тоже. Даем быстрее обмен. Кому нужны фласки, припоты, оперативней. А, стоп, у меня стак есть. Бать, что я спокойно. Есть быстроты, есть зелье дикой магии, есть рунические флаконы, зелье маны, если кому-то надо. На армор нету, да? Нету. Оперативней только раскидываем. Выдаю пока что, обычно. Давай. А что, ты продал все остальные боешки, не? Посмотри, что есть КГЛ. Не купили. У меня не было 4 дня. Выставил на аук сегодня. Еще кому-то надо, оперативнее. Давайте, ребят. Все вроде у остальных все есть. Ну, значит, все есть. Соответственно, выходим на этот. Таранку кидай. Таранку. На таранку еще одну. Таранка была. Так, Войт, когда ты волю успел забрать? В том рейде, когда я был паладином, правда? Маликет, тебе что-то надо? Обмен, кинь звезде. На пул первый идет на Эвинар. Что надо? Фласки и припоты? Да. О, комбат хорош. Залп из воля хэм, нахуй. Это вообще топчик. Чешка лучше. Ну так, чешка плюс залп. Болено. Принимай обмен, Маликет. Чек на АФК, на готовность. Пласки пропиваем. Маликет, готовь. Виби. Кто кричит за фласку на ХП? На ХП только не забудьте крик дать, пожалуйста. Уже дали. На мне не висит. Так, у тебя там лок стоит, все нормально.
он дает интеллект сквер, здравствуйте. А Виби с этим... с топором. Ничего, у нас Афлик отсутствует, нормально. Да. У нас есть Афлик. Африк, он из Долоранской инстой. Еще раз предупреждаю, несоблюдение тактики, не отыгрываете роли, буду менять. Корсон, как будет подлетать тебе за агриш? Да, блядь. Все, что слышал, ни хера не слышал. В смысле, Корсон? Не-не-не, иди к трусам. Нормально все. Ну да, вернись к Корстон. Корстон, погоди. Нормально, иди к трусам. У трусов просто его заагришь и все. Что в смысле? Он полетит все равно. Он в крест сам полетит, если даже возле трусов заагришь, Алиса. Все, стопнули флот. Заагривай. Лич. Блять, фаску не выпил, нет? Охуенно. Надо выкинуть нахуй на этом после 5 рыбки. Ты его поставил. Поверни его. Алиса, босса надо держать лицом к следующей платформе. Ну а как я его поставлю? Вниз, что ли, падаю? Я не понимаю. Загрывай. Побежали на следующую. Я потом покажу. Корсон упал. Кор... Как упал он? Алиса, загрывай. Корсона подняли. Маш, добеги наверх. Или он снизу? Наверху. Мили атака. 22к. Ты чё, без власти был, что ли? Власти. Да власть он был, хилы все внизу. Беги туда, Алиса. Хилы, бегайте за ним. За боссом, не забывайте. Угу, Йокибер, правильно. Отлично. Кортон, беги на квадрат. На квадрат, на квадрат. Да успеешь добежать, не беспокойся. Власть льда только включи. Каску под ИКшником дашь, потом шедер как подбежим. Ой, ты тоже падай. Эти рыбки... Хватай нового, нового хватай. Лишний флот убери. У тебя есть рабочий ДДМ, Мора? Да. Он рабочий на всех боссов. За это. Да, а потом, чтоб ты не его скинул. Если не жалко. Ну, не жалко, не буду вам говорить, что я отдал за этот ДДМ. Дим, аккуратней. Блять, Дридов... Есть. Хотя, в принципе, если у вас чуваки в Асгардах есть... Берем 4 хила. Пока спишемся. Вниз, вниз. Быстро вниз. У меня сейчас получается квадрат, да? Да, квадрат. Квадрату побежали. Лис, стой на кресте. Да, туда полетел. Хотя мы можем туда не бежать, мы можем тут стоять, он сюда полетит тоже. Скорее за все. Корсу на прохил. Корсу, ну потом в трусы пойдешь. Дай мне ассиста, пожалуйста. Что-то там добавим, говорю. Перелетка. Ход один.
Чё там, Феникс? Это взгляды сделали свой дедан, да? Угу. РДД, кого вы бьете? РДД, приоритет ваш, чей? Не забыли? Тортон, главное на кайф вставай, ну, чтоб тебя могли прохилить. Через сколько там касс? 40 секунд. Фениксы к краю. Ребят, извините, что отвлекаю от рейда. Перекиньте чулана, пожалуйста, в комнату музыка. Так, после этой взлетки, после этой платформы взлетка, как только босс от нее полетит, все. Вниз, вниз, вниз. Корова му. На крест. Выровнялся, походу. Нет, берсерка на первой нет. На второй. Хотя это, походу, общий берсерк. Первый и второй фазы. 20 минут. Нет. Краю, краю. Угу. Птицу не будем оставлять на вторую фазу одну? Да, я думаю, нет. Там посмотришь. Так, 4 ляма. Еще одна летит. Вниз. А, на крест, на крест.
Или 16 секунд каст. Микстурка близко очень держит. Бля, че упало? И вводи туда, чтобы я мультидотать мог еще и босса. Босса добейте или нет? Для... Птицы добейте. Да, легче добьем босса. Давайте на вторую фазу одну птицу оставим. Так, оставьте птицу. Что это? Блять. Вы что, упали? Ложитесь. Ложимся. Вы что, в луже умерли все? Нет. Нет. Значит, это надо добивать фениксом. Ложимся. Зачем добивать феникс? Не понял, что вы умерли? А, во время взлетки. Угу. Так там, конечно, у вас там лужа убила все. Это Диман, когда у него взлет туда-сюда, он летает, ты сразу его начинаешь вести вот эту вот под босса, чтобы мы могли ауешить и босса, и этого мультидота. Этот, как его? Виби сейчас накинь СС на Машу, на Юки. Умора, если что, готовь СС, чтобы был этот, как его. А тут можешь не смотреть. Тут перебежек до хрена. Турком манкет. Хотя. Может, сейчас подниму. У меня небольшое опасение за счет второй фазы. Вот, у нас может не хватать РДДшников, чтобы заливать фениксов побыстрее. Можно не меликов поставить на них. Смысл. Вы что, два нуба? Фениксы заводятся под боссов на 30%, когда у них ХП, танки просто отводят. Вы забыли, как мы его убивали, что ли, нас? Тактики везде разные. Суть не меняется. Босса самого. А тактики. Я у вас его не убивала недели две или три. А мы тут и не были недели две или три. Да? Офигеть. Ну ладно. А чё не были-то? Мы были в ЗАСе. Так, чек на готовность бафа проверили все свои. Быстрее. Бокрус, чего не хватает? Да, он релогался. Просьба танкам. Ставьте так, чтобы у него жопа была... Ну, центр босса находился вот на обрыве ровно. Потому что череду юзать вообще нереально. Тупо... Это босс... потеря дамага. Босс не двигается, он только крутится на этих платформах. Двигается, не двигается, но вот как Алиса стоит... Я объяснял вам тактику, соответственно. Вот тут вот. Ну, если не двигается, Алис, то ладно, хуй с ним. На готовность. Турбо готов. Скоро я сейчас встану, он нормально не подставится. Каск. Ловишь его отсюда, ведешь в крест. Все, он оборачивается спокойно. Блять. Каску дайте помогам. Шедер. Виби СС по Юке дай. Мура, если... Маша умрет, даешь вторую, ну, встанет, даешь второй СС. Угу. Что у нас один друид. Лопасос сейчас засушил. Так. Сейчас подлетит, все так же сделаем. Я отчет дам. Корстон. Можно, да, кстати. Вначале дать, все равно откатится. Да, сейчас так и сделаем. Счет на пол. Я думаю... При слове атака только агри. Ничего не даст просто.
Давай, Геру. Геру. Отлично. Чё, блин, маленькие инженеры. Он здесь только физой. Огонь, нет? Огонь ещё. Вот тут? Огнем еще фигарит. Я только что убедился, что Брина вообще заебись. Значит, за фугу как будете собирать. Да. Супер хуёвый шмак. Ну, давайте потом. Лишний флот убрали. А вы тут что-то орелите на? Сейчас он полетит на первую платформу, потом с нее будет взлет. Угу. Ну это стандартная первая фаза всегда. Турбо, я далеко. Девять, 15. После центра полетит, скорее всего, квадрат. Как обычно. Да, посмотрим. Микстур, прыгнули. Танч, отойди. Отошли от Феникса. От Феникса отошли. И выйдется, двинься. Закончился. Как... На крест. Тут нет никого. Любой мелик. Ходу в квадрат, блин. Нет, сейчас он полетит 100% спрос. На переагре. Угу. Ассиста, дай, пускай он на своего Феникса метку вешает, который без метки Карстон пускай берет Феникса. Маленьких.
Еще одна перелетка или как? Да. После первой будет взлетка. После первой 7. 10 секунд. Мне в трусы уже нету, да, смысла быть? Не-не-не-не. Каст. Вниз. Вниз. Пидорас, нахуй. Он опять в крест полетит. А, он сейчас будет возвращаться в крест. Трэш. Еще две перелетки были, ну? Не факт. Ну, чтобы не было сейчас как в прошлый раз. А Феликс был удобный внизу еще. Перелет 30 секунд. Сейчас успеем. 10 секунд? 30. 20. Феникс. Вот после этой платформы будет перелет. Просто на прохил. 15 секунд. Поднажали. Не спрыгните, милики. Стопните по углу. Вниз. 40к, 20к. Он польется дотами. Готовься, Алиса, ловить. От воде. Но против двери тончить вывода. Чарж 5 секунд. От чего? Угу. Сорвало гроз на пулом, блять. Так, чарж это не проблема. Так, лужу смотрим. За лужу не стоим. С лужи вышли. Метеорит. Голову вверх. Подняли. Ранжу набрали. На пути танка и метеорита, как его, где он приземлится, никто не стоит. Значит, шотнитесь. Бокрус. Плохо. Ловите. На метеорите нужно сбегаться. Я квадрат взял. Под босса подведите. Под босса заводите, бьем их. В одну точку, пожалуйста, два феникса. Маша, подними Лерея. Служи. Выводи. Отводи. Отводите.
Милишники по боссу. Стоп, не убейте. Не убейте, стопнули по фениксам. Метеор. Добили феникса. Блять. Полипал умер. Геру. ХБРом чё? Юки. Там играем. Чаш. Отводи. Лужа под боссом, отойди. Отводи. Метеор, не убейте фениксов. Стоп на фениксом. В кучу сбегайтесь на метеоре. Меньше дамага получите, не ваншотнет вас. Ну если правильно отбегать, он и так не шотит. По фениксам сыграли. Фениксов. Лужа. Лужа. Уводи феникса. Я второго забрал, в угол его. Не раздымашьте их, пока метеор, метеорит. Забирай с меня второго. Добили фениксов. Новые. Танка прохильте на феникса, сейчас он сдох. По фениксам играем. Да не вовремя, но я вижу. Слева лужа, Родру. Лужа. По фениксам. Отводи фениксов. По фениксам стопнули. Ближе к центру, все в кучу встаньте. Да там, если отбегать, все нормально. Ничего. Феникс не призывается мне там. И фениксы мелкие выходят и дают пизды. Давай, миксуры, шлови. Микстурку прохил. Давай, по фениксам. Прям перед лицом, сука, феникс. Служи. Служи. Он кого там чашется? Да мобы на сзади стояли. Метеорит. ХП много у феникса, его подбейте. Подбиваем. Забираю этого. Веди луга. Вождан. Отбегайте. Плохо. Вставай, так. Есть СС? У меня феникс, вон шелкнул. Давай, Амора, второй СС на Машу. На Юке. Служи. Метеорит, отбиваем пока фениксов. По друиду дали этот баф. Метеорит. Ушли. Турбойс он шот. Ну вот сейчас они сбежались вместе. Алису шотнул. Ложитесь. Ложимся. Так. Расскажу одну вещь. Можно? Сколько до персы было? До персы 4 минут. Мы успеваем. Конечно, успеваем. Бокус на замену. А в чем он применился? Сбегается по всей комнате. И если метеор кадает в задней стороне комнаты, то феникс приземляется там, и все мелкие фениксы выходят оттуда. И поэтому большинство РДшников умерло.
Легли, я прикинул. Но вообще на метеоре желательно сбегаться в одну кучу, чтобы вообще дамага не получать. Умирайте быстрее. Или войдите. Завадился. Его можно и так не получить, если вовремя отбежать. Да, не я получили. Но я убил на все могут вовремя отбежать, понимаешь? Турбо может убежать, не убежал. Ну, не, да, не у всех такая реакция, как у Турбо. Вы ему сказали, блин, сбежитесь в одну кучу со всеми. Он сбежался, его ваншотнуло. Какую кучу? Да. Его копии и я? Стопните флут, пожалуйста. Я пипиво, добирай РДД. Есть у вас сова, нет? Или Лем? Совы не Лема, кстати, нет. Есть маг. Там дикость у нас зашел в онлайн. Я могу сову добрать. Чулан онлайн. А, ну чё, бери сову, бери сову. Крита нету, вообще ужас. Все плохо. Плюс один БР будет. Да, да. Согласен полностью. Ребята, вот можно, пожалуйста, микстурка и Корстон танки. Вот у босса есть кругляшок такой под ним. Фрейм называется. Вот примерно как вот этот рисунок на полу. Такой кругляшок, да? Вот. Сейчас я на себе меточку дам, чтобы вы видели. Потом поставишь. Вот тут примерно Алиса стоит, тут лицо босса, да? Вот тут центр босса. Вот тут вот хвостовая часть босса. Вот здесь стоят обычно милики и бьют. Пожалуйста, ставьте двух мобов в одну точку в это место, где стоят милики и бьют. Если кидается там лужа... Получается. Если кидается лужа на милизону, босс отходит, Алиса его отводит, и вы ведете своих двух мобов вместе с боссом, с хвостовой вот, частью. Это босса. Я прекрасно понимаю, все хорошо. Мы агро не можем удержать. Взрыв трупа, все мобы на нее. Берем моба. Потому что тут паладин должен танчить. Нет. Да. А какая проблема спекнуться Алисе в БДК 4Т4 и танчить нормально без всякого говна вот этого Т5? Я потащу Т5, я поняла как надо. Их думаю, что в Владе в Т5 я не сорву агро. У тебя есть Т4? С собой нет. Ну так это лучше возьми было. Его. Трейда бафнули. Это нормально, я не сорву. А при чем тут агро, блядь? Прожимки делано. Не только прожимки. Прожимки. У нас сейчас собирали хп от прожимок. Рассказываю, у моба мало хп, он висит на мне. Я только забрал с Алисы. Я кидаю ЛП, взрывает она трупа, опять он агрится на нее. Жду. У вас только один таунт, паладин и два таунта. Второй так-то босса агрит мастер, не забывай. Если он на Алисе. Он и говорит, что они на Алисе. Прием. Какая разница, мы все равно можем бить его. Почитай, пожалуйста, Т5 у ДК. Посмотри, что делает скилл взрыв трупа. Сколько он набирает агро? От 250 до 750. 750 ТПС за один взрыв, что ли, блядь? 750. Я на трэше набираю 2 ляма агро. Просто, блядь, на трэше 2 ляма агро. 250% до 750% у нее одним скиллом набирается агро. Ладно, ребята, давайте я просто задам вопрос. Так, да. Это нормально все так и должно быть, что два танка, которые должны нормально без проблем отводить, не могут отвести из-за какого-то обоссанного Т5 баганого. Возьми, иди Т4 и нормально будешь танчить босса, без всяких срывов. Я в Бладе с Т5 не сорву. У них агро довольно массово, я имею в виду. Короче, честная готовность, короче. Чё нельзя в центр сбегаться во время этого? Да, Артём, давайте эту корректировку сделаем, давайте попробуем под метеорит сбегаться. Ребята, ну, если вы будете сбегаться, послушайте, пожалуйста, если вы будете сбегаться под метеорит, вы не успеете выбежать, и когда босс появится, он крутит вокруг себя вертушку. В момент вертушки он вас продамаживает процентов на 20 от вашего хп, и, соответственно, еще столько же вы теряете, пока летите к черту на кулички в совсем другую край пошеи. Да, он кинет, висеет. А, то есть он на игроке появляется, да? Да. Смотри, он когда падает, под ним появляется...